Всего один тур остался до завершения группового этапа Лиги Чемпионов. Да, получилось все замечательно и классно. Где-то уже не осталось интриги и известны те, кто выходит в плей-офф. Но есть и такие группы, в которых все решится только после окончания заключительного тура. Любопытно. Итак, все готово к началу матча. Еще несколько секунд, и мяч начнет искать путь к воротам. Отличный заход, Георгий. И давай, пока еще есть время, пожелаем удачи обеим командам. Она им сегодня понадобится. Стадия плей-оффа в розыгрыш добавился групповой этап, а рост популярности привел к тому, что число участников со временем выросло с 8 до 32 команд. И вот состав Дортмунда. Какая скука! Неужели нельзя было выбрать схему поинтереснее? Ау, ау! Посмотрел бы я на тебя в роли тренера. Состав команды гостей. Очень вариативное тактическое построение. У игроков большая степень свободы, и игру, конечно, по ходу встречи можно варьировать. Начинает команда с центра свой последний матч на групповом этапе. Кто-то продолжит свой путь в Лиге Чемпионов, ну а кто-то уже его завершил. Наберемся терпения. После этого тура станут известны 16 лучших команд Европы. Сагаду. Есть поддержка здесь. И подает штрафную. И выносится мяч из штрафной. Уверенно действовал в перехвате игрок и в итоге завладел мячом. Ониен Диди. Эмер Топрак. Дауд. Родриго. Из этой атаки может получиться что-то стоящее. Семей Жиго. Уже сегодня гости могут гарантировать себе выход в плей-офф. Сегодня команде нужно брать 3 очка, и они обеспечат себе место в плей-офф. Результаты других матчей будут уже не важны. Сейф, но атака продолжается. Орье. Мануэль Лансини. Соперник среагировал раньше, чем мяч добрался до своего адреса. Мануэль Лансини. Вперед идет атака. Интересно может быть. Теперь в атаке уже соперник будет. Вот это пас прекрасный. Он накручивает соперников одного за другим. Хорошая попытка, но прямо в руки вратаря. Дауд. Родриго.
Мануэль Лансини. Не может никак команда зацепиться за мяч, и вот на блюдечке преподнесла его соперник. Жорди Амат. До нападающих мяч не дошел, выносит его сразу же из штрафной. Подача на свободного игрока. Вынос. Мяч не задержался в штрафной. Это, конечно, не стандарт, но и из аута можно извлечь выгоду, особенно так близко от чужой штрафной. Смель Жиго. И пробил! Ждем угловой. И в центр штрафной мяч летит от углового флага. Выбит мяч из штрафной. Попытка обострить игру. Нет, не пойдут они в прессинг. Будут ждать, пока соперник сам подойдет к ним поближе. Жорди Амат. Подача. Чей мяч? Очень важный мяч они забивают. Да, укрепляют они свои позиции в борьбе за выход в плей-офф Лиги Чемпионов. И теперь, наверное, только они сами могут себя этого лишить. Великолепный гол, прекрасно сыграно. Просто идеальная передача была тут. Хочешь, не хочешь, а забьешь. Да, выложил мяч буквально на блюдечке. Смотрим повтор гола. Прекрасный навес и точное завершение. Просто прекрасно пробил головой. Радуется тренер. Пока все складывается для его команды удачно. Минимальное преимущество одной из команд к этому моменту. Ониен Диди. Сагаду. Дауд. Мяч перехвачен. Плохо сыграно. Защита первая на мяче. Вынос. Мяч перехвачен. Шанс организовать собственную атаку. Вратарь выносит мяч и разряжает обстановку. Неплохой был пас, но соперник эту передачу прочитал. Ониен Диди. Дауд. Мануэль Лансини. Родриго. Уверенно сыграл на перехвате и вернул мяч своей команде. Друзья, мы что, будем смотреть передачи назад? Разгадали замысел соперника, они и завладели мячом. Пол команды обыграл, ничего себе! Подача в штрафную, там есть кому сыграть. И выносится мяч из штрафной. Дауд. Нет, не дошел этот пас до адреса. Защитник подчищает, мяч выбит. Спасает свою команду от гола этот игрок. Решил пробить. Вратарь в прыжке тащит. Ониен Диди. И снова точно. Он сегодня просто великолепен в игре в пас.
Хороший пас верхом в атаку со своей половины поля. Мануэль Лансини. Родриго. Униен Диди. Дауд. Сагаду. Махмуд Дауд. Навешивает в штрафную. Есть там кому сыграть. Хороший вынос мяча из штрафной. Родриго Машадо. Мануэль Ланси. Родриго! Здорово сыграл. Ран! Продолжает владеть мячом. Очень долго. Пора бы уже как-то обострять. Да! Лотарь спасает, но эпизод еще не окончен. Они были очень близки к тому, чтобы отличиться и сравнять счет в этой игре. Но голкипер показал себя молодцом. Ну, мягче, конечно, нужно было передачу делать. Полностью контролирует ситуацию в своей штрафной голкипер. За долю секунды он принял правильное решение и спас свою команду. Сагаду. Дауд. Очередной точный пас в его исполнении. Униен Диди. Родриго. Мануэль Лансини. Уверенно действовал в перехвате игрок и в итоге завладел мячом. Смотрим за атакой. Стремительно она развивается. И подача туда, в сторону ворот. Вынос. Мяч не задержался в штрафной. Ориге. Родриго. Соперник среагировал раньше, чем мяч добрался до своего адресата. Ушел мяч аут. Ищут они разные варианты для атаки. Перехитрили оборону в этом моменте. Вот это поворот! Фантастика просто! Можно подать. Мяч уходит на угловую. Машадо сегодня не очень заметен. Мы привыкли видеть другой футбол в его исполнении. Не идет у него игра, смотрим на график его касаний, все очень скудно и уныло. Такой игрой вряд ли что-то можно обострить и хоть как-то напрячь защитников и вратаря. А это минимум, который должен делать нападающий. И прямо в центр штрафной полетел мяч. Защита первая на мяче, вынос. Не может никак команда зацепиться за мяч, и вот на блюдечке преподнесла его соперник. Сагаду. Дортмунд идет вперед через фланг. Там есть свободное пространство. Мяч перехвачен. Плохо сыграно. Мяч отобран чисто. Ну как только... Первый тайм позади в нашем матче. Всего 45 минут остается до завершения группового этапа. Я уверен, к такому вызову команда готова. И они сделают все от них зависящее, чтобы выйти в плей-офф. Вторые и последние 45 минут матча начались. Да, это последний тайм для этих команд на групповом этапе. Дальше только плей-офф, но только для тех, кто смог в него пробиться. Подавай! Попадает под пресс. Мануэль Лансини. Униен Диди. Серж Ориге. Уверенно сыграл на перехвате и вернул мяч своей команде.
Дауд. Ониен Диди. Родриго. Мануэль Лансини. Пока можно сказать, что смотрится он вполне уверен. Так, ну я думаю, что своим голом он доволен. Ведет команда после первого тайма. Ну, одного гола может и не хватить для победы, поэтому надо во втором тайме постараться развить преимущество и забить еще как минимум парочку. Вся команда сидит в обороне и даже не собирается атаковать. Родриго. Ониен Диди. Мануэль Лансини. Дауд. Долго держит мяч команда, но пора как-то обострять. Отличный удар! От углового флажка мяч будет введен в игру Дортмунд. Подали мяч с углового в центр штрафной. Ну и где же навес? Мяч на фланге, и тут есть свободное пространство. Подача, чей мяч будет? Хороший вынос мяча из штрафной. А вот на поле готовится выйти свежий игрок. Замена будет в команде гостей. Да, ждет разрешение судьи. Ройс. Есть свободное пространство перед Ройсом. Марко Ройс. Подача. И выносится мяч из штрафной. Грамотный пас. Все по делу. И подача туда, в сторону ворот. До нападающих мяч не дошел. Выносит его сразу же из штрафной. Жорди Амат. Отдал явно не так, как задумал, и мяч ушел в аут. Снимает его с игры тренер, но, по-моему, отыграл он очень неплохо даже сегодня. Эмер Топрак. Дауд. Родриго. Плохо в обороне сыгран. Не дают этой атаке развиться. Самый простой и надежный способ в такой ситуации — просто-напросто выбить мяч, и все. Неудачная передача. Мяч прямо в ноги сопернику отправится. Дауд. Мануэль Лансини. Ройс. Неплохой был пас, но соперник эту передачу прочитал. Бить по мячу. Мануэль Лансини. Вперед идет атака. Интересно может быть. Передача голкиперу. Медленно развивается. Голкипер играет ногами и выносит мяч подальше от ворот. Пока что все удачно. Казалось, ничего уже их не спасет. Да, вынесли мяч прямо с ленточки. Ну и теперь можно отдышаться. Командам 20 минут осталось играть в этом матче. И буквально подарил мяч сопернику.
Мяч уходит за боковую после этого паса. Замена там и замена здесь, причем в одну и ту же минуту. Парти. Дауд. Стоит отметить четкие действия игрока, вернувшего мяч своей команде. Семель Жиго. Пятнадцать минут до конца основного времени матча. Не просто Дортмунду сейчас, но болельщики Боруссии всегда вместе с командой. Владеет мячом команда и выбирает момент для обостряющей передачи. Тренер домашней команды сейчас произведет замену. Игрок уже хорошенько размялся и готов выйти на поле. С этой заменой у них наверняка произойдут какие-то тактические перестановки. Им надо забивать. Дауд. Росс Баркли. Дауд. Ониен Диди. Сакай. Ку-ку, чужие ворота в другой стороне. Выбит мяч из штрафной. Отлично увидел возможность и забросил мяч в атаку. Прекрасный пас на ход. Штрафную подачи и есть там кому сыграть. По мячу попал, а вот по воротам... Если не забивать такие моменты, то как тогда вообще забивать? Нельзя разбрасываться такими моментами, ребята, ведь расплата может прийти незамедлительно. Партия. Сакай. Росс Барки. Дауд. Ониен Диди. Росс Барки. Серж Орье. Смотрим за атакой. Стремительно она развивается. Уверенно действовал в перехвате игрок и в итоге завладел мячом. Дауд. Ройс. Родриго. Опасно! А ведь мастерство есть у этого игрока. И так промазал. Да, хладнокровия в этой ситуации игроку, к сожалению, не хватило. Росс Баркли. Дауд. Ониен Диди. Развивается эта атака. Что-то из этого может получиться. Здесь прессинг. Денис Глушаков. К основному времени арбитр решил добавить 2 минуты. Эмер Топрак. Орье. Росс Барк. Родриго. Уверенно сыграл на перехвате и вернул мяч своей команде. А
Был опасно, точнее сказать, напряжен. Выбивает мяч игрок. Уходят команды с поля, матч завершен. Одной из сегодняшних команд уже удалось пробиться в плей-офф Лиги чемпионов, с чем мы ее, конечно, и поздравляем. Он неплохо сегодня смотрелся. Хороший матч. Отлично он сыграл. Кстати, забил решающий гол. Это так, напоминание. Ну, я думаю, что и тренеры, и болельщики все должны быть довольны сегодняшним результатом.